Полное описание и точная дата выхода 3 и 4 серии нового российского сериала «Спасская». 3 и 4 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 29 сентября. 3 и 4 серия. На одной из улиц Сочи произошло ДТП. Сбита женщина. Водитель уверяет, что он невиновен. Женщина внезапно выскочила на проезжую часть из темного переулка, но он успел затормозить. Однако женщина при этом мертва. Что же с ней могло случиться и от кого она бежала, не разбирая дороги? Это команде «Спасской» и предстоит выяснить. Тем более, что погибшей является Алина Кострова, бывшая жена кандидата в депутаты законодательного собрания Краснодарского края Алексея Кострова. После развода отношения бывших супругов не заладились, и Алина поливала Кострова грязью в интернете. Мог ли Костров избавиться от порочащей его бывшей жены? У Ильина другая версия произошедшего. Напомним, 3 и 4 серии нового сериала «Спасская» выйдут на телеканале «Россия-1» 29 сентября. Нравится сериал? Ждете выхода новых серий? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.